Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про діяльність органів місцевого самоврядування. З нами перший заступник голови Дніпропетровської обласної ради Анатолій Адамський. Анатолій Адамський – перший заступник голови Дніпропетровської обласної ради. Має дві вищі освіти – за фахом інженер-металург та магістр державного управління. Працює в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування більше 20 років. Має звання «Заслужений працівник промисловості України». Хобі – родина, діти та онуки та робота. Анатолію Павловичу, я радий вас вітати в нашій студії. Вітаю. Власне, перше питання. Яка роль Дніпропетровської обласної ради, першим заступником якої ви є, у діяльності органів місцевого самоврядування? І який вплив мають депутати на вирішення проблем виборців? Хотів би почати з того, що депутатів обласного совєту 120 чоловік, представлені всі регіони Дніпропетровської області. И поэтому первая и основная задача каждого из нас, из депутатов, это представлять интересы именно тех территорий, на которых, которые их избирали. Каким это делается образом? Это различными. Есть программы областного совета, целый ряд программ. Есть личные приемы на территориях. Есть различные документы, мы о них, наверное, будем отдельно говорить. Так, это новые уже документы, такие как перспективный план развития, влияние на территорию, географию ее расположения и так далее. Вот это вот те вещи, которые, в общем-то, основные. А самое главное – это представление интересов в областном совете территории, которую они представляют. Ну от все-таки, якщо говорити загалом, Дніпропетровська обласна рада є дієвим органом? Тобто, з якими проблемами люди можуть прийти і отримати вирішення цих проблем, а з якими не можуть? Проблеми людей не обмежуються, ви ж знаєте, і об'єми їх не особо определені, так? Хоча кожен, опять же, депутат, апарат, в тому числі перший заместитель, значит, есть ежемесячный прием граждан, независимо от местонахождения той территории, которой они принадлежат. А в принципе вопросы задаются самые разные, самые различные. Ну, цікаво было послушать, какие самые, с чем до вас приходят. Ну, це ЖКХ, це, я не знаю, це пенсії, це що? Ну, чи просто поговорити? От щоби... И заканчивая тем, чтобы только поговорить. Это тоже есть. И некоторые, в общем-то, ну не просто поговорить, а все равно интересуют определенные причины, те, которые на местах людей волнуют. Ну, например, я просто говорю то, что касается всех. Вот и последнее, вот это, например, буквально вот месяц-два, вот последние все эти вещи. Я вам могу сказать, что это дороги. И это ни для кого не секрет. И тут уже депутаты не делятся, предположим, в решении этих вопросов. Почему? Потому что состояние их, ну, мягко говоря, желает лучшего по всей территории области. Это первое. Это, предположим, вопросы те, которые на сегодняшний день территориального деления, административно-территориальной реформы, тоже мы, как бы, наверное, коснемся отдельно этого. Это перспективные планы развития, это добровольное объединение громад по закону, это то вот сейчас, то, что вот насущное. А кроме всего, перечень можно продолжать. Это медицина, прежде всего. Мы на уровень территории передали буквально на последние сессии 46-47, вот в этих пределах, мы передали второй уровень на
на местный уровень, так второй уровень медицинский на местный уровень. Система медицины меняется с 1 апреля. Финансирование. Уже будет центральный орган НСЗУ создан такой. И вот это тоже тот вопрос, который интересует. Улучшит ли это? Мы уже пытались и занимались уже медицинской реформой. И сегодня сказать, мягко говоря, что мы видим какие-то серьезные сдвиги, этого нельзя. Вот теперь опять это. Еще один вопрос – это образование. Профессионально-техническое на уровне районов сельских мы практически потеряли, потому что нет поддержки. Это профтехобразование, так? Це ви маєте на увазі з центрального бюджету, з державного, так? Не тільки з центрального, і з нашого. Ну, з центрального, якщо потеряли, ми ж не можемо це оставити. Угу. Трактористи, комбайнери, де вони візьмуться, якщо так говорити? Ми, наприклад, проводили ну, реформу, опять же, образування, це воно і касається, і от тут, от цього розділу, розумієте? Мы сейчас условия образования в сельских школах пытаемся поднять. И технически, и материально, и так далее. И вот становится вопрос. Сельская школа уровня ну вот, нового. Вот есть, ездишь и смотришь, действительно. Компьютерные классы и так далее. Хорошо, мы закончили. Предположим, мы добились этим, вот этого образования. А дальше что? Дальше же он поднимается, отсюда уезжает. Он едет в город. Почему? Либо продолжать учебу, либо трудоустраиваться. То есть следующий то шаг для того, чтобы человек оставался на месте, это профтехосвита, профтехобразование. Так надо ее поддерживать или нет? И вот это столько таких... мы всю передачу с вами посвятим вопросам. Земельный вопрос. Ну вы же видите как? Вот... Актуально уже зараз. Так, конечно, и уже ж мы колотимся, смотрите, наверное, третий месяц, понимаете? И рассматривать сейчас еще Верховная Рада будет, вы же знаете, как теперь, как у них это идет. Поправки, и сказали до квитня. Да, а квитень это уже новый сезон, правильно? А фермера-то все в недоумении по ситуации. И вот так вот, это так вот вопросы очень... І всі актуальні. Так, Анатолію Павловичу, ну, на сьогоднішній день обласною радою керують представники різних політичних сил. Зокрема, ви обирались від опозиційного блоку. Це допомагає в роботі чи це заважає? Я відповім правильно. Оно не мешає роботі. Вот на сегодняшний день нахождение 5 или 6 сейчас у нас как бы, ну, вот фракции и так далее. Наша самая большая, 45 человек представительства. У нас собрана определенная позиция, которой мы придерживаемся все 4 года, которые проработали. Есть большинство, мы, в общем-то, ставим только конструктивные вопросы. А вот последний период времени, могу сказать, вот, ну, где-то беря вторая половина прошлого года и сейчас, и думаем, так мы эту каденцию закончим, политическая составляющая не играет практически никакой роли в принятии решения областным советом. Угу. Ну, и все-таки, вот продолжаючи, депутати приходили з певними політичними поглядами, з певними політичними обіцянками. Як ви пояснюєте, зокрема, своїм виборцям, що у конкретній роботі практично немає різниці, чи то людина від опозиційного блоку, чи то від УКРОПу, чи то, скажімо, від Відродження, коли приймаються вже остаточні рішення? Давайте я скажу з позиції просто депутата обласного совєта. Не першого замістителя, а депутата обласного совєта. Я на протяжении 4 или 5, уже точно не помню, я являюсь депутатом по Павлоградскому району. И за весь этот период ни одного раза ни я не ставил вопрос о политической принадлежности руководителей, ни мне никто его не задавал. На уровне громад, на уровне районов это практически никакой роли не играет. А тем более сегодня, когда мы говорим об ОТГ. Понимаете, сегодня это должен быть человек, патриот своей территории. Вот эта партия у него, патриота своей территории. Остальное принадлежность, вы, ну, политически это такое дело. Видите, спектр-то как меняется.
Ну, так, вот случайно. Тот, вот этот, и вот опять, наверное, отдельно мы поговорим, ожидают очередные выборы в жовтне месяце. И опять непонятно, какой спектр и так далее. Нельзя так вот играть и переигрывать территориями. Там совершенно менталитет другой. Там те люди, которые голосуют и хотят видеть результати своего голосування. Ну, тобто, продовжуючи вашу думку, можна сказати, що на місцях і за місцевих депутатів люди голосують навіть не стільки за політиків чи якісь політичні проекти, скільки за конкретних людей, і щоб побачити їх роботу. Это 100%. Это моя уверенность такая. І, в принципі, дальше уже не только о своем районе, а в принципе я знаю очень хорошо территорию всей Днепропетровской области, по крайней мере сельскую. 22 района, потому что в предыдущем созыве я был первым заместителем и занимался от начала децентрализации, то есть приходилось. И сейчас, то есть вот эта стопроцентная уверенность на уровне громад, на уровне вот этом региональном, тот, который, не региональном, извиняюсь, на уровне громад, значит, совершенно политический аспект не играет и не должен играть никакой роли. Желаете, пожалуйста, вот вам партии, вот и так далее, и так далее. Но для громады, это главное ее спроможність, благополучність. Вот это так. Анатолій Павлович, пропоную перейти до більш таких практичних питань, зокрема до питання бюджету. В цьому році бюджет області складає 10 мільярдів. Я, чесно кажучи, вам так зізнаюсь, більше стосовно бюджетних питань говорю з депутатом міської ради, там 13 мільярдів. І всі говорять, що це мало для міста Дніпро. 10 мільярдів для області – це багато чи мало? І які джерела наповнення, видатки які? По цифрам потом. Сначала реакция, да, на ваш вопрос. Ну, миллиарды, ну как мы с вами можем посчитать миллиарды, скажите? Для одних это много, для других это мало. Сравнивать с городом мне достаточно сложно. Почему? Потому что там другие задачи и так далее, и так далее. Если говорить об области, немножечко не так. Давайте я тогда точно, чтобы сказать, так? Смотрите, ситуация такая. У нас этот год, 20-й год, порядка 32 миллиардов. Цифра вот, 32 порядка. Значит, смотрите, чего я говорю порядка? Значит, сессия очередная, которая будет во второй половине марта, так, где будут рассматриваться итоги 19-го года и приниматься решения, ну, по определенным направлениям по 20-му году. То есть сессия это не бюджетная, но, в принципе, вот это основные вопросы. Значит, сегодня тоже названная мной цифра, это вот так вот. Пока то, что вот как бы оно это самое. На 2020 год. 32 миллиарда. Чисто областного бюджета из них. То есть это местные бюджеты и областной бюджет. С 32, 6,6 это чисто областной бюджет. Так? Остальные это, в принципе, бюджеты городов, районов, это то, что, в принципе, и их бюджеты, и, соответственно, они, ну, ведут всю работу по этим бюджетам там самостоятельно. Я уточню, это все бюджеты, окрім Дніпра. Чи Дніпро сюда тоже входит, да. Входит, так? Вот. Значит, ну, если еще так, для уточнения, как бы, можем мы рассчитывать, посмотрим, можем, это, ну, пока так, сказано можем. Это базовые дотации из госбюджета. Но там такая ситуация, что там миллионов за 300-340, но из них же берется реверс, то есть это как бы вот возврат. Это примерно то, что как бы ожидается. Какие основные источники, ну вот так как бы, так, вот этого всего. Значит, максимально это подоходный налог, это 20 миллиардов, то, что в принципе составляет. Дальше поменьше, ну в смысле не меньше, а там получается у нас так, земля порядка 5 миллиардов, прибыль приватных предприемств где-то до 2, 1,7. Единый податок, акциз, развитие торговли и такое. То есть это те факторы, из которых вот примерно состоит эта цифра. Более детально, в принципе, это будет потом уже, ну, достоянием всех. Это вот я говорю, это вторая половина марта, это будет на этой сессии вот этот вопрос, ну, поднимать, вернее, будет утверждаться уже точно. И бюджет
отчет 2019 год и вот это проект 2020 года. Ну, а якщо до іншого питання, питання видатків, да, все-таки це гроші, які платять платники податків, да, скажімо так. Да? В основному, тобто, да. І на що витрачаються ці гроші? Ну, основні, можливо, статті видатків. Основні статті розходів предусмотрен. Ну, если мы говорим, опять же, местные, вот и вы же сказали, да, Днепр, там, Кривой Рог и так далее, их вызначают сами депутаты того, тех уровней и так далее. Понимаете? И то же самое и местных бюджетов. Там районы или громад вот этих объединенных. То есть все-таки вот эта децентрализация, если говорить о финансовой составляющей, то все-таки она опустилась до уровня вот громады и так далее. То, что, в принципе, областной бюджет, значит, это вопросы те, которые есть программы, целый ряд программ, те, которые, ну, начиная опять, мы говорили, значит, опять потребуются затраты на медицину, потому что НСЗУ с 1 апреля, весь фактор, там очень много требований, значит, придется вот этими заниматься, так? И дальше все те программы областные, которые, в принципе, были, есть и остаются, мы вкратце коснулись проблематики, и все же это требует и финансирования. То есть то, что мы говорим и освита, и, опять же, вот освита, медицина, тоже там спорт, культура, это, ну, в общем-то, все базовые вот такие экологические программы большие. Вот это то, что, в принципе, ну, будет находиться в ведении областного бюджета, областного совета и будет идти в плані виконання от цих програм. Я хотів би уточнити один такий момент стосовно медицини, зокрема. Да? От у місті Дніпро, я знову ж таки повертаюся до міста, дуже так жаліються міські чиновники, міські депутати, що дотації з центрального бюджету вистачить фактично до квітня місяця. Тобто дуже урізали через продовження реформи медицини. Наскільки складною є ситуація загалом по області? І, скажімо, така лікарня, як лікарня Мечника, вона належить до області, це обласна лікарні. Все надежды, и в принципе это была, ну, не наша инициатива, а центральной власти. Именно вот это Национальный центр здоровья, то, что я сказал, НСЗУ. Угу. То есть вот это фактор финансирования, перехода на финансирование именно с этого уровня. Так? Вот. Мы примерно так же насторожены, как, в общем-то, и медики, или горожане, или все. То есть поэтому я же еще раз говорю, что фактор медицины или вот резервирование ресурса хотя бы на первом этапе передачи, вот именно с 1 апреля, значит, мы, конечно, будем резервировать. Угу. Анатолій Павлович, от ви буквально кілька місяців тому були обрані на посаду першого заступника, це вже не перший раз, до речі. Який взагалі функціонал ви маєте, оскільки ваша посада менш публічна, чим голови Дніпропетровської обласної ради? На сьогоднішній день це Святослав Олійник. От який функціонал, чим безпосередньо ви, скажімо так, завідуєте? Ну, смотрите, перше лицо завжди є перше лицо. Понимаете, это в любых вопросах, чего бы не было, и даже сравнивать функционал, не беря во внимание меня или Святослава Васильевича в этом созыве или в прошлом. Я просто говорю, вот первое, предположим, и второе лицо. Это совершенно две разные вещи. Почему? Потому что это прежде всего первое лицо, это представительское. То есть это лицо, которое олицетворяет всю область. Вот это все то, о чем мы с вами говорим, это повседневная работа, это определенные документы, это аппарат Днепропетровского областного совета, кое-кто там говорит, вот там, мол, кое-кто, у вас же называется как, шах и мат? Так. Так вот кто-то шах, так раз, вот, а там, понимаете? Я ж так говорю, как и есть. Хотя это каждодневная, кропотливая работа, и в принципе... Этой работой занимаюсь я. Вот если брать вот оперативность последнюю, то и этого года, понимаете, и в принципе, чем я занимаюсь, вот с ноября и так далее. Это, ну,
С первым лицом у нас полное доверие. Это самое главное всегда в руководстве. То есть здесь нет, это я вот как бы говорю и прямо в эфире говорю. А сейчас это тот момент, который в принципе, это децентрализация момент. Это очень серьезный. Почему? Потому что наша область была и есть и в лидерах, и на сегодняшний день. Сейчас скажу чуть позже, если время останется конкретно по этому вопросу. Поэтому на сегодня это очень серьезный вопрос, понимаете? Это сегодня административно-территориальная реформа, которая, хочешь, не хочешь, должна произойти. Нам надо выйти на выборы с чистым законодательством, с пониманием, кто куда идет, не кто за кого голосует, а кто куда идет и что вбрасывает в урну для голосования. Понимаете, это тоже очень серьезный вопрос. Буквально с завтрашнего дня мы начинаем по инициативе областного совета и нашей ассоциации органов местного самоуправления областной, мы начинаем семинар-тренинг именно по выборчему законодательству. Понимаете, очень тяжелый документ, но подписан уже президентом. Обратного пути уже нет. По нем надо уже сегодня работать. А в общем-то на местах еще, ну не то что досконально, а мягко говоря, еще как бы это. Вот с этим вопросом начинаем, и это распределено по всей области. Это будет 6 локальных выездов с привлечением всех территориальных громад области. И будем начинать будем вот эту вот работу раскручивать, показывать. То есть все поручения, которые вот как бы от первого лица идут, конечно, они попадают ко мне. Ну, и я по возможности и не по возможности должен выполнить, потому что это обов'язок. Это указание руководителя. Анатолій Павлович, ви згадали про адміністративно-територіальну реформу. От що особисто ви розумієте під цим поняттям? Так. Все не так просто. Все вообще не просто. Значит, административно-территориальная реформа, значит, это о чем идет речь? Реформа чего-то, от чего? Административно-территориальное устройство Украины. На сегодняшний день оно есть. Все мы примерно и привыкли, как бы в такой ситуации живем, правильно? Это села, сельские, селищные, районные, областные, ну, будем говорить, вот, местное самоврядование, так, областные рады, так, державные администрации, районные администрации. Все это в целом представляет, в общем-то, административно-территориальный устрой, который есть. На сегодняшний день в связи с и проблемами децентрализации по закону, тоже пару слов я тогда скажу для того, чтобы было понимание. Значит, требуется изменение именно административно-территориального устроя Украины. Что имеется в виду? Это система административно-территориального устроя. То есть, вот, например, я назвал, какие есть на сегодняшний день. В руках я держу это пока проект засады администрации. Проект. Закона еще нет. Попытались, в общем-то, внести этот закон, вы, наверное, слышали, в первом чтении, ну, буквально это было в Сичне, чи в Грудне, внесли, покрутили и завернул, президент вернул. Теперь это выглядит через кабинет министров, как бы как проект закона. И все тут вот с первого листочка, система административно-территориального устроя. Региональный уровень, в региональной области. То есть как бы вот здесь вот. И дальше раскрытие, что из себя представляет. Субрегиональные – это районы. Хотя в одном из документов уже районы как бы уходили. И к этому немножко мы подходим с децентрализацией местного самоврядования. И громады. Вот есть три вот эти уровня, согласно которому в дальнейшем в этом проекте закона расписывается – что такое місце, село, селище, громада, район, область. И тут оно имеет уже несколько другие форматы, которые сейчас. Один пример привожу. Потому что и смотрят, и зрители, и понимают. Если я скажу, что район вот в этом проекте
не менш, ніж 150 тисяч жителів. 150. Угу. То есть, представьте себе, сьогодні сільського населення у нас, ну, где-то 700-750 тисяч. Угу. То есть, розділили, отримали 4-5 районів. Понимаете? Укрупнення фактичної території. Укрупнення. Сначала називали вообще без районів, потім укрупнення. Тепер написали, сколько это укрупнення. А как все это надо ж сделать до жовтня? Угу. Почему? Потому что на вибори ж, опять же возвращаюсь, надо йти уже з повної картини. До речі, Анатолій Павлович, лишається дуже мало часу, на жаль, про місцеві вибори. Чому на сьогоднішній день так мало відомо про партійні команди, які будуть йти? Чи знову ж таки те, про що ми говорили, важливо, хто буде йти саме, на які партії, з вашої точки зору? С моей точки зрения, политическая составляющая, хотя в выборах она будет играть основополагающую роль, по крайней мере, на уровне области, просто в двух словах, потому что списки будут готовить партии, партийные списки, вы поняли, да, так, не углубляясь, так? Хотя громады и уровень громад, там остается мажоритарка. То, о чем мы с вами говорили, что там уровень все-таки этот сам. Поэтому будет очень сложно с уровня определить политическую составляющую. А почему? Ну, смотрите, ответ дает даже любое заседание Верховной Рады. Ну, правильно? Ну, как, давайте вот сегодня мы себе представим, сколько, 4, 5 или сколько? 5 представителей сегодня, так? И то очень как бы ограниченный, или как-то там называется, одной политической силой. Поэтому вот если время уже заканчивается, выборы будут очень непростые. Очень непростые, очень с определенным каким-то коррективом, чтобы не сказать, перекосом. Но для меня самое главное, что мажоритарка на уровне громад, а это, в общем-то, главное, это успех. Это, ну, процветание именно того уровня, который, в принципе... Анатолій Павлович, не можна не спитати буквально одним-двома реченнями до людини, яка займається вже десятиліття фактично проблем місцевого самоврядування. У цьому році не будуть проходити вибори до районних рад Дніпра. Це позитив чи негатив? А чого ви так вирішили, що не буде? Ну, на сьогоднішній день прийнято таке рішення. На ким? Міською радою Дніпра, якщо не помиляюся. Скільки разів ще може міська рада Дніпра переіграти? Ну, кожен місяць так збирається. Так? Тобто, смотрите, це ж може теж залежати від адмінтерустрою України. Моє мнение, предположимо, так? Чому? Тому що, ще раз, я більше, як би, не спеціаліст, а орієнтуюсь, більше все-таки вот, сільські території, громади і так далі. Но це суб'єктивно моє мнение. Наличие районів все-таки дисциплинирует полностью работу города в какой-то части. То есть вот разбили, ну, а тем более такой, как Днепр. Зрозуміло. Так, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з першим заступником голови Дніпропетровської обласної ради Анатолієм Адамським. На все добре.